Сегодня 24-е, да? Так, вот направление видно. Так, вот школа. Привязываемся к местности. Значит, вот четкое направление. Вот если вот так подниматься, то вот такое направление получается. Вот у нас справа школа. А где эта школа? Не подскажете номер школы? Это 5-я школа. Вот это 5-я школа. Вот все боеприпасы имеют вот такое направление. Это в упор стреляли. Он с очень небольшой дистанции. Что почти вертикально он стоит. Там квартиру раз. И магазин там горит. И между залпом и разрывом очень мало времени прошло. Буквально там секунда, если по звуку. Так, вот она, 5-я школа. Вот еще один боеприпас. Вот еще одна гадина. Вот видно четко, хвостовик точит. Вот видно направление. Можно, да, ближе подойти? Белые тапочки купили? Ну, вот уже даже владел. Так, вот видно, что почти вертикально точит она. Еще раз направление. Вот за моей спиной, 5-я школа, четко. Вот она, школа. Ей тоже досталось. Так, сегодня у нас 24-е, вот тут уже. Все, да? Угу. Вот еще один снаряд града. Здесь очень-очень удобное место, чтобы понять, как он летел. Значит, вот мы подходим. Вот это у нас улица Станиславского. Чуть дальше. Вот она идет. Значит, вот у нас разрыв один. И чуть дальше вон еще одна воронка. Итак, мы смотрим, как она летела. То есть вот она, направление снаряда. Вот его еще кусок сзади сверху лежит. Значит, вот мы можем посмотреть, что вот это направление прилета снаряда. И вот посмотрите, под каким углом он лежит. И что самое характерное, у нас здесь 9-этажка. Вон еще один разрыв. То есть снаряд, вот направление, и вот у нас здесь 9-этажный дом. То есть очень рядом с 9-этажным домом. То есть видно, что он перелетел через дом.